И тут же у некоторых людей появился вопрос: «Садхгуру, вы хотите сказать, что Шива и дерьмо — это одно и то же? Наивысшее и самое низменное?» Я ответил: «Видите ли, все это деление на возвышенное и низменное — ваша выдумка, но что касается вашего ума, если ваш словарный запас хранится в алфавитном порядке, Шива и щит находятся рядом друг с другом. Вы не можете хранить Шива здесь, а щит тут. У вас нет такой способности. Я не знаю, как слова хранятся в вашем сознании, но, предположим, в алфавитном порядке. Они расположены рядом друг с другом, поэтому вы не можете их разделить. Так что вопрос не в том, что хорошо, что плохо, что правильно, а что неправильно. Вопрос в том, будет ли это работать везде. Если вы будете постоянно гадить повсюду, будет ли это работать на вас? Вот в чем вопрос. Для молодежи это ничего. Вы же говорите «шит-шит» повсюду. Но теперь дело дошло до Соединенных Штатов. Даже руководители высшего звена запросто употребляют эти слова в своей речи. Когда произносятся такие слова в международном сообществе, все кончено во многих смыслах и отношениях. Не из-за чего-то особенного, а просто потому, что… Если вы посмотрите некоторые американские фильмы, стендап-комиков, они строят целое предложение из одного слова. Да? Целое предложение — это всего лишь одно слово, повторенное по-разному, и они превозносят такой стиль. Я хочу сказать, что для развития и эволюции сложного языка потребовалось очень много времени. Человеческому уму потребовались тысячи лет. Одна из самых сложных вещей, к которой мы пришли как цивилизация — это язык. Язык — это не какая-то мелочь. В Индии у нас 1300 языков. Сколько гениальности должно быть заключено в том, что вы говорите на марате, кто-то говорит на телугу, кто-то говорит на языке Каннада, кто-то на конкани. И на протяжении тысяч лет, хотя вы и жили бок о бок, вы поддерживали свою литературу, а не свою, это удавалось сохранять. Для развития языка требуется определенный гений. А теперь, когда в языке есть сотни и тысячи слов, вы хотите свести все к одному слову и считаете, что это шаг вперед.